гостиница «Рицкартен», была серьезная встреча, конференция. Встречались генерал-майором Асламбеком Аслахановым, это советник президента нашего, Владимира Владимировича Путина. Что мне запомнилось? Запомнилось то, что был сбор российских предпринимателей, патриотизм, бизнес-патриотизм. Мне кажется, именно вот такие встречи, они являются основополагающим фактором при приближении предприимчивых людей. Мне кажется, еще раз хочу повторить, если мы будем сообща, сплоченно двигаться вперед, только так мы можем друг друга больше понять.